Так, ну на закат я, как водится, успел. Суперская, суперская, суперская погода, отличный вид. Сейчас попробую спуститься. Здесь, конечно, ступеньки. Ступеньки веселые. Вот такие. По ним хорошо скользить. Поэтому придется сбегать, чтоб не навернуться. Так. А здесь вот так. Да. Не хочешь навернуться? Бегай. Это я к тому, что всегда бег против всего помогает. Против старости, против болезней. Ух ты, вот это закат, слушайте. Так, немножко, немножко покажу окрестности. А такие здесь живописные окрестности, живописная лыжня прям такая. Это центральный пляж, кстати, вон там елочка прям посередине стоит. Я ее видел уже давно. Так, там сзади люди идут. В общем, да, вот это да. Вот это вид. Прям настоящий закат. Немножко пройду, чтобы люди там, как сказать, не мешать людям. Людям не мешать. Ну, туда сейчас влево. Ой, да, давно я не снимал закаты. Картинка ездит и трясется, но что делать? Нужны какие-то компромиссы между качеством и сюжетной картинкой. Успел только сейчас к закату, когда солнце фактически коснулось горизонта. Так, ветерок, ветерок. Небольшой ветерок. Обдувает руку весело. Собственно, да, на таком солнце интересно бы было про что-нибудь поговорить. Собственно. Хотелось бы, да, что-нибудь. О, спортсмены побежали. Ничего себе. Ничего себе, спортсмены побежали. Вот это нормально. Вот это я попал на представление. Какой-то массовый забег. Это кто вообще? Не понял. Сейчас сниму. Вон они бегут. Сейчас я остановлюсь и их сниму. Да, вот такой вот закат у нас. У нас в самом деле суперские закаты на Обском море, надо сказать. Я потому что говорю, вот на был, например, на Средиземном море. Так вечером такой расположился. Я там ночевал несколько дней в итоге. Раз мне пару дней и второй раз пару дней. И такой ожидал там отличный закат. А там такой закат был. Прохладный ветерок такой, и закат такой, ну солнце просто, и море, и все. А у нас очень красивые закаты в этом смысле. Вон они побежали, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 человека на сундук мертвеца. Вон они. Динамо бежит. На остров побежали. Я пока перчатку одену. Ну, в общем, хотелось бы о чем-нибудь о вечном.
частности, меня в последнее время интересует тема воидов вот этих. Потому что там что-то в этих воидах явно есть. Ну там. Говорят, что темная материя. Что-то он не хочет фокусироваться. От холода, наверное. Что происходит? Ну, в общем, тема воидов. Я думаю, что через нее что-нибудь откроется в физике. Потому что... То есть вот эти воиды, которые там есть, они есть не просто так. Все, солнце село. Солнце село и ага. Будем считать, что закат мы посмотрели. Ну, в общем, тема воидов, она вообще говоря, сейчас, я не знаю, у меня очень вызывает большой интерес, потому что там черная дыра, да, известна давно. А вот эти воиды, которые не могут объяснить, там всякие галактики, которые очень молодые для большого взрыва, то есть они должны были образоваться позже, по логике, по теории, они образовались раньше, и мы типа вот сейчас получаем от них свет, который там говорит, что они образовались очень рано и противоречат теории большого взрыва. Но это вот, насколько я понимаю, сейчас самая основная в астрономии как бы такая тема. Может быть, я, конечно, и ошибаюсь. Но все может прийти к пересмотру теории большого взрыва. А это интересно. Это прям поворот. Потому что там какие-то предположения, например, даются, что, например, может быть, было несколько больших взрывов. Там. Ага, вон они на остров побежали. Может быть. Правда, идут пешком. Вон последний особенно. Может быть, там что-то, какая-то цикличная повторяемость, типа взрыв, потом сворачиваем, стягивание вещества, опять взрыв. Ну, я считаю лично, что там есть что-то такое, что мы не определяем, не видим, что называем темным веществом, что, так сказать, противоречит вот этому материальному миру, материи, потому что... Как я понимаю, из-за большого взрыва создались как раз атомы там чего, гелия, по-моему, и водорода. А потом они начали разлетаться, и вот это вот реликтовое излучение, эти фотоны, и которые тоже начали разлетаться, и как бы, ну то есть, если вот эти атомы из чего-то создались, из ничего, наверное, там что-то существует, что не атомное, скажем так. Что-то такое, в чем произошел какой-то вот этот коллапс, взрыв. Может быть, какая-то случайность или что. И породились вот эти атомы, и наш материальный мир. Но это такое предположение можно выдвинуть. То есть, вполне возможно, что вот в этих воидах как раз... Есть скопление вот этого чего-то, что может отталкивать вот эти материальное вещество. И, известно, что... Ну, как известно? Там вот есть пятна слепые реликтовое излучение, где реликтовое излучение, фотоны вот эти теряют энергию. И предполагается, что это как раз из-за чего-то. И как раз, да. И вот... Возможно, они из-за чего-то такого и теряют излучение нематериального.
Так, ну что, на этом, наверное, можно с этим всем закончить. Всем до свидания.